Механизм поддержки бизнеса надо менять. Лизинговая компания должна быть главной опорой промышленников республики. Об этом заявил председатель правительства Дагестана Артем Сдунов на совещании по вопросу кооперации промышленности строительных материалов республики. Он также отметил, что в дальнейшем необходимо подумать об увеличении лимитов по выдаче средств по лизингу. Еще одной важной темой совещания было строительство мостов в республике и их качество. Вы знаете позицию главы республики? Он всячески поддерживает. В короткий срок дал поручение разобраться со всеми аварийными небольшими мостами. Где можно поставить. Не везде можно поставить сармы, согласен. Где-то нужна капиталка, мощная капиталка. Но людям тоже сейчас надо, значит, не в объезды ходить, и там и особенности с медицинской помощью связаны. По итогам разговора Артем Сдунов также поручил агентству по предпринимательству и инвестициям региона совместно с Министерством промышленности и энергетики Дагестана организовать комиссию по проверке эффективности деятельности лизинговой компании, а также подготовить предложения по улучшению мер поддержки бизнеса.